А вот я сюда заеду. Здесь вижу травы меньше. Да, и вот черника есть. Все, я приехал. Вот черничка есть. Так, велосипеда с собой далеко не буду. Его здесь, наверное, оставлю. Так. Ну да. Штаны. Так. Немножко вот там по дереву оставлю. Вот, пускай здесь стоит. Ну вот и черничка. Ну вот лучшая полянка. А вот и черничка. Такая она не очень крупная, но такая уже спелая. Вот ее сколько. Комбайна у меня нету. Буду вручную собирать. Вот черничка. Ну, черничка. Это все, все, вот-вот. Здесь с черникой проблем вообще нету. Есть чуть леса, все, черника есть. Брусника есть. Ну, на бруснику еще рано. Грибов. И пока еще только-только начинаются. Но ягоды уже есть. Так что начну собирать. Вот такая черная черника. Жена боится ее кушать. Черная вот. Вот. Сейчас покажу разницу. Вот. Черная и синяя. Не знаю, но по вкусу одинаковые. Листья одинаковые. Вот тоже и черная, и синяя. Все это одинаковое, только цветом. Та черная, та синяя. Так, хорошо рассказывать. Показывать. Я ж ненадолго. Вот в баночку насобираю и домой обратно. Хорошо, что недалеко. Совсем недалеко. Так, можно время посмотреть, со сколько я вручную баночку насобираю. Я думаю, минут 20 придется баночку собирать вручную комбайном. Быстро. Ну, комбайном оно с листьями. Все. Это я был, не знаю. В этом году я не видел комбайна в магазине. В прошлом году. А, не, в этом году. Зимой я видел в магазине комбайна. Даже думал купить. А что ты думаешь, еще комбайна дома не хватало. Оно на ягоды можете даже найти в интернете, что за комбайн. Как простая коробочка, емкость и или с проволоки, или с пластмассы. Вот такие, как пальцы идут. Но тонкие. Оно как листья. Как расческой идет, и ягоды остаются. Типа вот как оно руками. Это оно все держит и его расческой ягоды собирает. Ну, оно все с листьями. Потом ее надо чистить.
Черничка, черничка. Так. Черную баночку собирать не буду. А кушать никто не мешает. Не хочу баночку. Жена опять скажет, а, черную насобирал. Вдруг это не черника? Черника, черника. Там как-то, вот как сначала я заходил, там какие-то ягоды покрупнее были. А здесь как-то не очень. Уже так темновато встает. Уже вечер. Я после работы приехал. Пока туда, пока сюда. Решил заехать в лес. За черникой. И хорошо, что рядом лес. Так что начнутся грибы. Уже нормально начнутся. Не так, как они пошли уже. Под осиновики, под березовики уже видел. Но еще рано. Надо дождя хорошего. Какую-то недельку вторую подождать. И начнутся грибочки. Так что мне за грибами даже тоже недалеко. Там дальше, я знаю, дальше тут по дороге ехать. Может километр. Километров где-то 2-3. Там видел, хороший лес есть. Такой как раз на белые грибы. Здесь в этом районе я еще не собирал грибы. Так что придется искать места. Ну, думаю, что это не проблема. Чтобы найти хорошие места, это не проблема. Спелая уже, спелая. А она еще до зимы даже будет стоять. Такие ягодки. Не крупные. Ну. Но это ж витамины. Ну, такая разная, мелкая. Чуть побольше, чуть поменьше. Все. Все собираем. Нету, чтобы ее перебирать. Может, пирог сделаем. А может, просто вечером после ужина. Есть в лесу. Надо рвать. Пользоваться возможностью. Есть черника пока. Можно было что-то. В принципе, можно какое-то и варенье сделать. На зиму морозилку нарвать. Но надо место. Морозилку грибами. Все. По морозилке затарим. А вот брусника есть. Вот брусника. Я даже одну покажу. Вот это брусника. Видите, еще зеленые такие ягодки. Красные станут. Не знаю, мне на вкус она совсем не нравится, брусника. Черника вкусная. Вот я баночку насобирал за 30 минут. Но если вы знаете, где растет черника, то хотите что-то сделать с ней серьезно, то лучше комбайном собирать.
но проверьте, или у вас можно комбайном собирать, есть что нельзя. Так что всем пока.